система, которая у нас есть, и та дисциплина и управляемость в этой, прежде всего, сфере здравоохранения помогла нам в таком густонаселенном и открытом городе, помогла эта система нам преодолеть эти проблемы. Ну вот заметили, я с Натальей Ивановной только что переговорил по поводу того, как ситуация складывается на сегодняшнее утро. Я могу вас поздравить, что мы с этой бедой справились. Минск для нас был самым проблемным, потому что население 2 миллиона, перемещение огромное, учитывая то, что мы границы не закрывали, мы население не загоняли квартиры. Для меня было самым главным – не допустить паники. Мы это с вами преодолели. Нам надо потихонечку уйти от этой беды и не допустить повторной эпидемии. Вот это для нас очень важно.